Если на плоскости есть любой граф, ну, планарный граф, то есть его ребра встречаются только вершинами, а так и пересекаются, да, то можно его списочно раскрасить в 5 цветов. Что такое списочная раскраска? Это значит, что у вас в каждой вершине есть набор из 5 красок. Причем не обязательно один и тот же набор во всех вершинах, а просто в каждой вершине набор из 5 красок. И утверждается, что можно в каждой вершине выбрать один из допущенных в ней цветов, из разрешенных в этой вершине тех самых 5 цветов, чтобы в любых 2 соседних вершинах краски были бы разными. Отлично. Отлично. Так, доказательство индукции по количеству вершин. Но доказываем не вот это утверждение, а утверждение более сильное. Ребята, первое. Все-таки любой такой граф мы можем привести к виду, когда у него внутри все грани треугольные, а вот снаружи, что называется, какие хотят. То есть, давайте, я не буду добиваться, чтобы и снаружи это был тоже треугольник. В принципе, казалось бы, я мог бы этого добиться, как вот теорема Фарида доказывали, уже этого добились, что и снаружи он треугольник, и везде там треугольник. Но нет. Дело в том, что во время индукционного перехода мне это будет мешать. Поэтому условие должно быть такое. Вообще-то это многоугольник, разбитый на треугольник. То есть внутри ничего кроме треугольников нет. При этом в каждой внутренней точке список из 5 цветов. В каждой граничной точке список из 3 цветов. И внимание, в некоторых 2 соседних точках уже конкретно выбраны 2 цвета, причем эти цвета, разумеется, разные. Оказывается, что когда у нас дана такая картинка, то можно все, значит, выкрасить, то есть в этих вершинах цвета уже, разумеется, не менять, добиться, чтобы вот все было хорошо. Итак, внутри 5 цветов. На границе по 3, и еще есть 2 конкретные соседние точки, уже окрашенные на границе. Индукции по количеству вершин я сейчас докажу, что всегда это можно сделать. Ну, база треугольник, то, в общем, все хорошо. Теперь давайте посмотрим, когда у нас есть какая-то такая уже большая штука, а для всех меньших мы уже все знаем. 2 случая. Первый случай. Удается провести отрезок, потому что наш граф так устроен, что есть отрезок, у которого альфа и бета расположены с одной стороны. Ну, может быть, у нас там, альфа – это точка. В общем, скажем, сверху альфа и бета, может быть, одна из этих точек совпадает, а ниже этого ничего, никаких альфа и бета нет. В таком случае ситуация. Да, а это 2 конкретные вершины, соединенные ребром. Это ребро графа. В таком случае проблем на самом деле вообще никаких. Почему? Потому что сначала мы забываем про нижнюю часть и говорим, что у нас просто есть вот этот верхний граф. В нем меньше вершин, в нем, значит, здесь 3 возможных цвета, здесь 3, все замечательно. В нем отмечены те самые альфа и бета, поэтому мы его замечательно красим. Все, покрасили. Когда мы его покрасили, в этих точках возникают какие-то конкретные цвета. Чудесно. В этих 2 соседних точках возникли конкретные цвета. На границе по-прежнему по 3 цвета, если тут есть точки. Внутри по-прежнему по 5 цветов. Поэтому как только здесь возникли цвета, то мы эту штуку тоже покрасим. Все. Этот случай полностью завершен. Теперь второй случай. Если такого ребра вообще нет, в таком случае мы можем сделать следующую штуку. Если такого ребра нет.
взять соседнюю вершину и посмотреть, какие ребра из нее выходят. Ну, куда-то выходят ребра. Куда-то из этой вершины выходят ребра. Господа, совершенно ясно, что вот в этой точке у нас было заготовлено три цвета. В этих точках у нас было заготовлено по пять цветов. Я хочу сейчас отбросить вот эту точку вместе с этим отрезком и сказать, что у меня получается новый граф, в котором на границе отмечены две точки известных мне цветов, альфа и бета. Так, ребята, заметьте, пожалуйста, здесь будет даже лучше. Здесь будет по пять цветов. Если я возьму такую штуку и покрашу, то у меня возникнут какие-то непонятные цвета в этих точках. И случайно может произойти так, что в этой точке потом я не найду ни один из этих цветов. То есть они у меня выкрасятся так плохо, что не смогу покрасить их. Ну хорошо. Но, слушайте, господа, вообще-то в этой точке была палитра из трех цветов. Альфа, конечно, запрещен. Но это значит, что есть какие-то два цвета, какие-то гамма и дельта. Случайно они могут совпадать с бета, могут не совпадать. Но какие-то гамма и дельта, которые не равны альфа, выброшу из этих пяти гамма и дельта. Выбросил. Может, ничего не понадобилось выбрасывать, это если они не входили в эти палитры. Но в любом случае останется не меньше, чем по три цвета. Не меньше, чем по три цвета здесь везде осталось. Отсюда я ничего выбрасывать не буду. Ну, может быть, там были эти гаммы, может быть, нет, не важно. Когда я теперь выброшу эту вершину с ребрами, пройду вот по этой границе, скажу, что у меня зафиксирован альфа и бета цвета, то я смогу все покрасить. При этом у меня здесь не возникнут ни гаммы, ни дельта. Эти цвета станут альфа, бета, здесь возникнет какой-то цвет. Он случайно может гамма и дельта, пожалуйста. Но он не может одновременно равняться и гамма и дельта. Поэтому, если здесь возьми гамму, то я это крашу в цвет дельта, и все хорошо. Если здесь возьми цвет дельта, то я это крашу в цвет гамма, тоже все хорошо. И вот таким образом это и будет цвет.